тех, кто действительно что-то знает. Потому что не будет смысла выбирать между умными, то есть не будет смысла выбирать богатых либо бедных. Все будут в одних условиях, поэтому возьмут только умных. Глупые не смогут поступить. И также либо сделать полностью платное обучение. Если все платят одинаковые деньги, какой смысл брать глупых, если можно набрать умных? Правильно? Среди тех, кто будет платить. Вот именно в Японии такая вот как раз система. Я не буду говорить, что образование в Японии мне нравится, оно тоже с кучей проблем своих. Но хотя бы из-за того, что там в вузах всегда платное образование, есть, конечно, гранты, но там их очень мало, и в основном там не на 100% бесплатное обучение, а скидки дают. Но при этом, что если хочешь пойти получить высшее образование, плати деньги в любом случае. Поэтому вузам нет смысла набирать тех, кто ничего не знает. Они набирают только умных к себе, потому что платить-то в любом случае надо. И поэтому не выделяют богачей от бедных. Ну, я надеюсь, я донес свою мысль. Поэтому сама вот эта идея тоже неправильна. Либо делать все бесплатные вузы, либо делать все платные. Вот так, мне кажется. И пусть государство поддерживает все это дело, потому что у нас сейчас много специалистов получают корочки и в итоге ничего не умеют, ничего не знают. Таких, я думаю, много. Некоторые даже в вуз не приходят, просто проплачивают, приходят через 5 лет, забирают свой диплом. И зачастую даже красный. Вот, я много нажаловался, поэтому из-за всего этого я не хочу работать учителем. И главная проблема для меня, которая среди всего этого, я могу терпеть коллектив, я даже, возможно, могу терпеть низкую зарплату. Нет, зарплату, конечно, сложно терпеть, потому что все-таки есть же хочется тоже. Я могу терпеть родителей, могу терпеть учебники. Кстати, про учебники еще хочу добавить. Зачастую в школах не хватает учебников на весь класс. И говорят учителя, идите, купите за свои деньги учебники. Но при этом в школе выделяют финансирование на закупку учебников. И вот теперь вопрос, куда все эти денежки идут? Так же, как выделяют деньги на ремонт школ, но при этом ремонт не делается, а потом во время самого обучения приходят два каких-нибудь джамшута и начинают красить стены во время обучения. И в итоге обучение встает, и либо там начинают шуметь и не позволяют обучать. Деньги тоже, опять же, куда-то все уходят, при том, что выделяются хорошие суммы. В общем, главное, что мне не нравится в российских школах и почему я не хочу быть учителем, это то, что нельзя действительно быть учителем. Нельзя придумать свою какую-то интересную программу, конечно, идти по государственной программе, но при этом придумать какой-то свой способ обучения, как-то взаимодействовать с учениками, действительно включиться вот в эту всю работу, это практически невозможно. Нету какого-то творчества, нету желания обучать, потому что приходится заполнять все вот эти бумажки, вот это все разгребать, и в итоге всего 10% остается на работу с детьми. Действительно, не доставляет это никакого удовольствия, нет никакой радости от преподавания, о которой я думал, на которую рассчитывал. Поэтому, если ты пытаешься что-то свое ввести, как-то по-своему начать преподавать, то тебя просто гнобят, говорят, что ты тут фигню какую-то устроил, вот, мы тут уже 40 лет так преподаем, вот и ты преподавай так. Чего ты тут устроил-то вообще такое? Вот мы тут с Зинкой так не делаем, а ты вот зачем так делаешь? И все, пропадает какое-то желание что-то делать. Поэтому надеюсь, что возможно когда-нибудь изменится. Тут, конечно, должна одновременно быть работа и самих учеников. Они сами должны немного подумать, зачем они учатся. Потому что вы же сами, вот если вы сейчас учитесь в школах, понимаете, что, скорее всего, вы в вуз пойдете не только для того, чтобы получить образование, а чтобы получить просто корочку. И это печально. Так же, как вы понимаете, наверное, что многие предметы вам не нужны, либо то, что вам преподают, не совсем то, либо это устарело, либо учитель не очень хорошо рассказывает. Знаете, бывают такие учителя, которых просто сидишь и хочется их слушать. Вот сидишь и не хочется не отвлекаться. Забываешь про все, забываешь про то, что там время, что, ой, осталось еще 10 минут. Такого нету. Вот сидишь просто с открытым ртом и слушаешь. Бывают такие учителя. А бывают такие, с которыми сидишь, и 45 минут кажется целой вечностью. Сидишь каждую там секунду высчитываешь. У меня так в школе было. Там часы висели слева на стене. И я когда на них смотрел, учитель вечно кричал: «Что ты на часы смотришь? Занимайся!» И наезжали на меня, короче, нельзя было на часы смотреть. Ну, потому что было действительно скучно. Такие дела были.
Поэтому надеюсь, что все-таки все это как-то поправится, уберут это ЕГЭ. И на самом деле вы тоже...